В 21 году в городе Краснодаре мне повредил врач ногу. У меня болело колено, я обратилась за помощью. Мне сказал, что срочно, экстренно нужно делать операцию, для этого нужно перевести в деньги более 100 тысяч. Наложил гипс на всю ногу. В итоге я не смогла консультироваться с другими врачами. После того, как мне сняли гипс, мне сразу прооперировали. После операции я чувствовала ужасно. У меня горела пятка, у меня поднялась нога. После он привел мужчину. Я показала то, что вот эта девушка на меня. Я тут же обнаружила, что у меня просто под коленкой. Спросила, что это. Зал не обращать внимания на мои слова, то, что у меня ухудшилось состояние, не обращали внимания, не было указано никакой помощи. Обследовала ногу в Москве. В итоге у меня вырезал 2 сухожилия, повредил колено, сустав, повредил кости в ноге, мышцы в ноге и нервы в ноге.